Часы второй, завод Москва. Проверяем ход. Идут. Маятник намного больше, чем у других часов. Год выпуска. Октябрь 49 года. Покрупнее сейчас возьму. Октябрь 49. Стекла родные стоят. На стеклах тут еще обрамление железное. Тоже на других часах такого нету. Сам циферблат квадратный. Часы обычные, без боя. Ну, очень интересные. Стрелочки такие красивые, ажурные. Идут уже где-то минут 10, проверяю. Время было 25 минут 10. Идут. На стенке их еще надо отрегулировать. То есть повесить. Здесь еще замедление есть. Вот крупнее сейчас покажу. Может регулировать еще маятником. Замедление, ускорение. Если часы вперед идут. Также на стене может регулировать винтами. Здесь один винт. И второй винт. То есть, чтобы они от стены отходили на расстояние, нужно регулировать. Шарниры все в порядке. Замок тут интересный. Тоже с кнопочкой. Вот такой. Защелка тоже интересный. Ну и пожалуй, все.